ГИБДД не только штрафует, но и поощряет. В пятницу инспекторы поздравляли водителей с наступающим Днем защитника Отечества. Автолюбители получали подарки из рук девушки-инспектора с нескрываемой радостью. Но помимо средств для автомобиля, водители получали еще и ценные наставления. Несмотря на мужской праздник, не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Сами знаете, у нас впереди праздники.